заснять, ага. Добрый день, да. Мне очень приятно, что я сегодня побывала на мероприятии, на дегустации. Пригласила меня Виктория. И я очень рада, потому что всегда познавательно. То, чего-то, может быть, каких-то моментов я не знала, я узнала больше намного. Вот. И, конечно, бы хотелось посмотреть каталог, его обязательно возьму, чтобы изучить и дальше продолжить и знакомство, и общение. Потому что очень-очень-очень. Вы первый раз не слышала про коралловый клуб? Нет, да, про коралловый клуб вообще даже не слышала. Угу. Да, если, может быть, про батончики, да, и угу. Про вот, да, вот биодобавочки, это, да, как бы уже информация была определенно, а вот про кораллы нет, конечно, очень понравилось. Угу. Здорово, так. Спасибо. Угу. Раиса, скажите пару слов, пожалуйста. Ну, я первый раз как бы... Угу. Попробовала всю эту продукцию, очень понравилось. Все. Экологически чистый продукт, можно даже вообще никакой колбасы не надо покупать, а просто вот питаться батончиками, это будет очень сытно, вкусно и полезно. Ну и как бы вопросов у меня возникло, немножко есть вопросы для себя, потом, да, потом поговорим, потом Да. Но вообще, конечно, компания понравилась, очень интересно, очень так... Увлекательно. Пусть берет. Мы же поехали, все же можно кушать. Хочется здесь еще пообщаться, остаться подольше. Ну, сейчас останемся, мы сейчас еще это чаек попьем. Спасибо, Раиса. Скажите пару слов. Первый раз. Я-то, в принципе, уже месяц в этом коралловом. У меня дочка, значит, на Сахалине. Она меня тоже отправила продукт, короче. Я сейчас пью детокс. Ну вот, как-то да, но я почувствовала, у меня вот проблемы были. Печень что-то начала, и желудок, и, короче, все. И в кишечнике было как-то, да, дискомфорт такой был, и вообще и в туалет плохо ходила. Ну, сейчас вроде бы все хорошо, нормально, все уже у меня пока окей. Ну, это классно. А вот вас как зовут? Мне знакомое лицо. Вы вообще первый раз? Сегодня я ее первый раз. Я пришла благодаря моей подруге, Наташе. Она все это объяснила, рассказывала. А вы первый раз слышите вообще компанию? Я первый раз вообще, да, компанию слышала. Ну, в принципе, мне все понравилось. Все, конечно, это экологически чистый продукт, и самое главное, да. Но у меня проблем очень много тоже со здоровьем. У меня суставы, во-первых, болят. Очень весомый сострадание. Потому что химии ты столько глотаешь. Диабет у меня. Таблетки постоянно. Потом проблема с мочкой. Она болеет астмой. Вот я правильно. Астмой. Я поняла. Ей сейчас 18 лет, 19 лет ходит. Она вот сначала на этих ингаляторах дышала постоянно. А потом уже дозатором. Да. Ага, ну хорошо, мы с вами поговорим. Хорошо. Спасибо большое. Вы как? У нас детокс пьёза. Да. Вы же совсем недавно. Но вы лучше, вы выглядите как-то по-другому. Вот все люди, кто начал пить, я прям замечаю, лицо другое. Она сразу бросила давление. Бросили таблетки? У меня вечером, да. Ага, нормально себя чувствуете, как вы на продукте сидите. Которые вместе ага. Начали пить. Ну классно, я вас поздравляю. Спасибо, что пришли. Ну, конечно, надо все время спрашивать, Сусану. Все, спасибо большое. Классные результаты. Сейчас потом запишу.